у двух подвеса оторвало вот эту трубку, внутри которой проходит подвеска. С завода она приварена была всего на две точки. Мы все это пошкурили и обварили полностью полукругом, чтобы было максимально соприкосновение, скажем так. Соответственно, мы разбирали задний треугольник, собирали задний треугольник обратно, поменяли тут частично рубашки и тросики, все это настроили. Теперь велосипедик еще немножечко поездит. В принципе, все это достаточно бюджетно получилось. А без этой трубочки, к сожалению, подвеска не работает. Но такие велосипеды лучше не покупать, потому что это пластиковая штучка. Она быстро стирается, появляются люфты, все начинает скрипеть. Здесь тоже вот эти пластиковые штучки, они люфтят, болтаются, тоже начинают скрипеть. Поэтому велосипеды с подвеской, вот с такой вот, с простой, без подшипников. То есть, если подшипники здесь есть промышленные, это хорошо. Если подшипников здесь нет, то такие велосипеды, конечно, желательно не приобретать и не использовать для покатушек, потому что это все не очень хорошо заканчивается.